Сегодня я закончила очередной курс одного большого курса из программы 3D Max. Я взяла максимально большой курс, который может предложить специалист, потому что мне это необходимо в работе. По жизни я дизайнер-проектировщик, причем, скорее всего, больше проектировщик и интересуюсь всем новым на нашем рынке, более интересуюсь инновациями, потому, мне кажется, 3D Max максимально мне необходим, дабы конструировать и визуализировать конечный результат для заказчика, для публики. А что касается курсов, хотела бы отметить, выбирала долго, искала долго, куда бы могла бы пойти, где бы получила бы необходимые знания, чтобы это было удобно и по графику. Искала, естественно, через интернет, читала отзывы. Свой выбор остановила на данных курсах. Хотя приезжаю с другого конца Москвы, я бы даже сказала, из Подмосковья, для меня это очень далеко, но тем не менее, судя по отзывам, я поняла, что здесь получу наиболее грамотную программу, и я осталась довольна. Мало того, я курсы продолжаю дальше, у меня следующий этап начинается на следующей неделе. Это мне нравится все. Мне нравится преподаватель наш, хочу отметить, Константин Ильич. Очень интересно дает материал, очень много дает. Где-то даже устаю, не успеваем что-то сделать. Но есть некая почва для собственной доработки на дому, для саморазвития. Но, естественно, свой материал дает полностью, как было заявлено изначально. Хочу отметить еще работу персонала, администрации на отлично. Везде приветливо встречают, шикарно организован кофе-брейк, отдельный респект печенькам, кофе и чаю. В общем, я довольна. И если кто-то из моих знакомых будет спрашивать моего совета, ну, я, естественно, рекомендую